Как-то раз встретил на улице знакомую матушку, маму 6 детей. На улице солнышко, а она чернее тучи. Жена священника рассказывает, когда ходила по магазинам за продуктами с одним из сыновей, купила ему гамбургер. Так бывает с подростками, которые полдня таскают за мамой тяжелые сумки. Они устают и хотят гамбургеров или сникерсов. Это так бы и осталось на их совести. Но на беду рядом проходил бдительный прихожанин из храма. Он увидел, как 12-летний сын священника ест гамбургер в пост. Небо обрушилось на землю, мир перевернулся, и все хорошее, что знал тот о церкви, вмиг развалилось на куски. Как честный человек, бдительный прихожанин немедленно начал всем рассказывать об этом страшном преступлении. А в письме к правящему архиерею написал, что в местной церкви одни лицемеры, и он больше сюда ни ногой. Разве жена священника не могла купить сыну яблоко, 3 корочки хлеба или на худой конец бутерброд с рыбой? Да и мальчик тоже хорош. Вместо того, чтобы подпоясаться мечом веры и грызть яблоко, взалкал булки с сосиской. Бдительного прихожанина обманули. Ему сказали, что церковь – это собрание святых, одним из которых он видел себя. Он бы очень удивился, узнав, что церковь – это больница, куда приходят немощные. И только один, совершенный, чистый и безгрешный врач и спаситель, Господь Бог наш, Иисус Христос. Там, в раю, общество святых, здесь, на земле, палаты жаждущих исцеления больных. О том, что на Божьем суде по смерти мы будем держать ответ только за наши собственные грехи и ни за какие больше, бдительный прихожанин вряд ли знал, а стоило бы. О христианском отношении к ближнему я бы рассказал ему историю про Пимена Великого, который на вопрос, что он будет делать, если увидит на службе спящего монаха, просто ответил: «Положу голову брата моего на колени и успокою его». Только, боюсь, это стало бы поводом для очередного гневного письма архиерею. Еще бы, один монах спит на службе, а другой его покрывает. Ужас-то какой! Такие дела.